меня нежно. Love my tender. Есть? Да. Поет? Ну, да. У него был бархатный голос. Неплохое было начало. Он служил в армии. И был очень красив собой, музыкален. До сих пор мы сотрудничаем. Иногда редко, иногда опять часто. Да, вот так. Но с пользой, с пользой. Спасибо ей. Она мне очень помогла. И, знаете, что научила меня многому. Да. Взаимовыгодное сотрудничество. Да, да. Елена Сергеевна, организатор и вдохновитель всех наших работ. Ну, музыканты иначе не могут. Мы для этого и учились. Мы этим дышим и живем. Так что это все органично. Мы никаких там особенных подвигов не делали. Ну да, у вас Солнечная долина, это вообще необыкновенно получилось. Ну, самое интересное, ну, спасибо. Вот, снег идет, снег идет, а все вокруг, чего ждем? А это снег, а это снег, хочу сказать, вы снег. Под самый новый человек, мы с собой на этот
снег. А жизнь как-то о чем молчу, о чем сказать хочу.